Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. У меня 400 баксов плюс задание. Кстати, сегодня мы пройдем серию испытаний с тобой полностью, кстати. Так, давай-ка мы заглянем сюда. Возьмем бесплатно пак. Отлично. Дальше, забираем здесь награду. Так, посмотреть видос, это все понятно. Так, пойдем-ка мы опять на нашего сплинтера. Где он у нас тут прячется? Вот он. И все, никак не могу прокачать, ребята. Я не знаю, что мне делать, как тут вообще возможно эти шляпы, извини меня, с напитками добыть. Это какая-то трешня пошла. Видишь, выпадает постоянно, то, ну надо же, выпало. Так, подожди, давай-ка здесь попробуем. Ничего подобного, а здесь тоже нифига. Ну-ка. Ну серьезно, давай, господи. Ну, тыква, 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 тыква. Там очки, очки, очки. Вот здесь вот, наверное, будут одни очки выпадать, да, мне? Тяжело, конечно, идет. Но не хочу даже сглазить. Не хочу, ребят, даже ничего говорить. Пускай все идет своим чередом. А то сейчас обычно скажешь, вот, фартануло. Я не сказал, но я подумал, да, об этом. Ай, ладно, друзья, мы смотрим, сколько нам еще. Три напитка. Ладно, давай попробуем. Ага, раз. Ну давай, господи, ну что тебе стоит? Два. И последнюю шляпу. Есть, наконец-то, ребята. Так, и нам надо будет еще с тобой найти 14 наушников. Ну, это будет попроще, поверь мне. Они обычно должны легко находиться. Но это уже будет в следующей серии. Так, что, ребята, забираем полностью наши награды. Здесь у нас поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? Давай-ка мы посмотрим. 20 на 1000. А нам с тобой нужно 29 тысяч. Ну что же, я думаю, что на арене мы с тобой сегодня добьем. Так, и как ты видишь, до конца, ребята, до конца недели осталось 14 часов. Ты понимаешь, да, что через 14 часов у нас будет с тобой полностью откат. Обновится полностью неделя. И, кстати, у нас же с тобой... Подожди, сколько у нас платиновых осколков? Давай-ка глянем список. Точно, друзья мои, у нас будет прокачка в платиновый ранг. А мы так и не решили, кого. Мы так и не решили, кого будем прокачивать. Но явно это не будет не Джастин, это тебе точно говорю. Это либо Карайка, либо... Я не знаю, либо Лапекс можно, в принципе, было бы прокачать. Или же Крипа. Или вот все-таки Хана. Или Донат... Не знаю, ребят. Персонажей очень много. Пятизвездочных, поэтому пишите быстрее, пока есть возможность. Может быть... Вот мне почему-то хочется Карайку. Я не знаю, почему, ребята... Можно Лео классического, или Майки ролевого, или... Донателло не смогу, да? Или же Лисичку. В общем, делайте, ребят, свои приложения. А там посмотрим. Так, ну что у нас тут? Турнирная арена. Давай смотреть. Мы с тобой в Лиге Мастеров. Ранг у нас 81-й. Естественно, мы с тобой должны занять сегодня первое место. Я думаю, с этим проблем у нас не возникнет. Будем с тобой играть, опять же, на малышах. Раз, два, три, четыре. Ага, четыре. Конечно, губишки закати. Короче, сейчас мы с тобой должны попасть в топовое место. Потом пойдем проходить серию испытаний. Это смятение из другого измерения. Многие попросили, чтобы я прошел. Там как раз осталось немножечко. И мы с тобой допройдем. Так, отлично, ребята. Ну... Понимаешь, да? Тут топовая команда, извини меня. Один Армагон и Усаги или Леонардо просто будут рвать их всех. Ну, а наша цель сегодня занять топовое место. Кстати, заметь, меня не слишком сильно сбросили за все это время. А не играл я практически 12 часов, да? И не очень-то меня сильно сбросили. Так что круто все. Я был на 50-м месте, да? По-моему, там какой? 48-е вроде были, 47-е. А оказался на 80-м. То есть за 12 часов меня скинули всего лишь на 40 ступенек. Это копейки, я считаю. Так, ну что, Леонардо, давай добивай. И мы с тобой двигаемся далее.
Двигаемся далее. И сколько нам еще примерно боев? Сейчас посмотрим, во-первых, по откатам. У нас 19 откатов. Да, боев нам нужно где-то с тобой штук 5. То есть на 2 десятку, 10 боев получается, да? 10. Какой 10 боев? 6 боев на 2, 12 откатов. Все, 12 откатов нам с тобой нужно будет потратить. Окей. Я думаю, что у нас все получится. Даже если что, мы с тобой уже ближе к концу. Я, наверное, даже не буду брать Леонардо из отката. А мне достаточно взять Армагона всего лишь. Ох, ё! Это... Подожди, это кто там был? Это Майки? Слушай-ка, а как это он... А как это он так, извини меня... Переплюнул моего Леонардо и моего Армагона и сделал первый ход. Это что-то новенькое. Погоди, как он так умудрился сделать? Ребята, я что-то не понял юмора. Такого не должно было быть. Ничего себе выкрутасы. Вот это да, вот это новости, друзья. Микеланджело взял, подорвался и просто разнес моего Саблезуба. Ну ладно, то, что он его разнес, это понятно. Потому что Майки был 78 уровня. Но с какого перепуга он стал ходить первым? Может быть, потому что... Скорее всего, ребята, знаете из-за чего? Леонардо и Армагон уступают ему по инициативе. А Усаги? Нифига, Усаги не уступает. Вот, наверное, в чем загвоздочка была. Мы же с тобой Леонардо давно не брали, да? Да, давно не брали, а тем более против Майки 78 уровня. А Усаги уже, как говорится, был проверен огнем, я не знаю, водой и медными трубами. Поэтому я как бы и не думал о каком-то таком раскладе хреновом. Но он меня, видишь, настиг. Зашибись. Ладно. Что-то меня это прямо разозлило, если честно, ребят. Что-то меня это разозлило. Не на шутку причем. Так, ладно. Давай попробуем здесь теперь. Так. Шреддер. Давай, супер, родной мой, вкачивай. Ну, неплохо, неплохо. Армагуши хватит, чтобы добить всех. Тудж. Все, распластались кузнечики по полю. Ну что, мы с тобой сворачиваем ласты и двигаемся дальше. Причем Шеминтом, понимаешь? Так, 39-я позиция переходит плавно в 30-ю. То есть по 9 ступенек мы с тобой пролетаем. Ну что же, давай, выбирая тогда эту команду. А против них пойдет Армагон вместе... Вместе с Усаги. Как этот говорил, да? Егори Форти Фернити, да? Из Ред Алерта. Именно так все и было. Ну что же, давай, Усаги, наяривай гитары семиструнные. Свою вертушку козырную. Нормуль. Так, и теперь добивочный именно от Армагона. Нам нужно с тобой еще здесь мутагена набить, потому что мы будем прокачивать с тобой супер Шреддера еще на один уровень. И нам нужно 9000 мутагена. Не забывай об этом. И главное мне об этом не забыть. Так, ну что, смотрим, какая позиция. 20, ага, 19 даже. Вау. Так, ну это прекрасно. Шаром. Давай-ка мы возьмем Шарома. Ну, ребят, я думаю, можно здесь уже взять и таких более серьезных ребят, потому что уже финал. Финал именно лиги. Поэтому нет смысла там выпендриваться. Начнем вот с этих вот проходить. И пойдем в смятение из другого измерения. Правда, до сих пор не понимаю, зачем мне туда идти, если у нас там все есть. Все персонажи, которых мы можем с тобой оттуда достать, они у меня прокачаны топово. Ну, если так, для галочки. Для галочки то можно. Так, ладно, идеальная победа. И у нас получается, наверное, последний поединок сейчас. Или же не шиша. Скорее всего, последний, да. Поехали. В бой, выбираем с тобой Матиаса. И здесь беру Армагона.
Рахзара, вот так, так и вот так. Все. Попробуем сейчас. Так, ну, Армагон, естественно, первый. А, нет, какой первый? У нас тут Майки первый ходит. Конечно же, как я мог забыть, что Микеланджело супер-пупер-инициатор. Так, влупляем. Ух. И осталось лишь разобрать. Раз. Да куда ты? Куда ты, Донни, прыгаешь? Совсем, что ли, рамсульки попутал? На. Кастетом по башке получил. И распластался, естественно. Так, ладно, давай двигать дальше. Как говорится, шевели чулками. Ну что, друзья мои, топовое первое место. Да, великолепно. Так, давай зайдем в список. Я накопил, ребят, нужное количество мутагена, поэтому Супер Шреддер у нас получает 97 уровень. Ну что, теперь, как обещал, мы с тобой пойдем на смятение из другого измерения. Так, что у нас, кстати, в предметах? Тут все понятно. Тут мы ничего не сможем, да? Мы с тобой хотели кого? Шреддера прокачать. Ну и по жетонам тоже кисло. Кстати, секундочку, у нас же с тобой испытание, да? Может быть, здесь попробовать, а? Попробовать. Давай рискнем. Что такое? Нет, вот это я хочу. Так, 30 жетонов. Микроскоп какой-то. Блин, 4 доллара. Ноутбук. Вы специально сейчас это все делаете, да? Опять 30 жетонов. Вот, эксперт снаряжения. Получил, ребята, здесь. Блин, 21 телепорт у меня остался. Катушка с пленкой. 30 жетонов. Все. Сыр кончился. Так, чтобы купить соточку, нужно 500. А у нас 455. Ладно, ничего страшного. Это мы с тобой приобретем. Слушай, а я смятение проходить собрался с 39, извини меня, пиццами, кусочками. Чё-то непорядок. Кстати, вот тут же можно получить баксы. 3 рекламы смотришь, получаешь 15 долларов. Это на будущее, да? Так, ну что мы тут с тобой топчемся на месте? Кстати, жетоны, подожди, у нас, по-моему, по жетонам сейчас должно все выгореть. 780. Так, кого там говорили, вы слэша качать, да? Ну что, давайте, ребята, слэша, раз вы все в одну горло кричали слэша, будем тогда прокачивать слэша. Там, правда, еще кто-то говорил кожеголового. Ну давай сейчас слэша прокачаем, а потом уже и кожеголового. Вот так вот мы с тобой сделаем. Так, ну что, а теперь пора идти нам вот сюда. Смятение из другого измерения. У нас сколько тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Блин, я не знаю, надеюсь, пиццы нам хватит с тобой. Поехали. Чтобы допройти полностью вот это вот измерение. Так, здесь у нас змейка Вьюн стоит и дрищит потихоньку. Ну что, давай, наверное, начнем. Раз, два. Так, и мы сделаем, наверное, с тобой сердцебиение. Пускай у нас идет отхил. Пора немножечко тут хильнуться, я думаю. Окей. Тыч, вырубили. С одной тычки. Давай еще. Упс. Хотя двойная атака была, нормуль. А вот они и красавцы наши стоят здесь. Явились, не запылились. Ну-ка давай-ка супер ударом по ним звезданем. Как говорится, для разминочки, да? Кости им немножечко перемнем. Так, ну-ка. Добил даже, красавчик. Так, змейка Вьюн. Ну-ка укусиком его, нормуль. Так, и Шреддер наш. На-ка, получи. Все, готов, парень. Вообще не дали им шанса, ребята, даже сделать хоть элементарный ход, ты понимаешь? До чего у меня команда по инициативе очень сильная. Так, ну что, мы прошли этот, да, кусочек с тобой. Двигаемся дальше. Вот сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Зашибись. У меня Микеланджело где-то там. Далеко позади стоит, кстати, ты заметил? Ну что, хламонушка, получи и распишись. Не вышло. Маузер, смотри-ка, горлопан. Ну-ка, Рафаэль. Отлично, с ударочкой его вынес. И этого тоже вынеси, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ну-ка. Не уложил.
Так, Армагуша сделал. Хиляться мы пока не будем, я думаю, не стоит. Прибережем, да, так сказать, на следующий бой. А вот здесь вот, наверное, лучше мы возьмем с тобой провокацию на всякий случай. И сделаем с тобой баф. Мы с тобой сделаем баф. Вот так вот. Так, получил по кормушке. Ну-ка, давай-ка суперударом. В принципе, неплохо. Ушатали. Так, двойная атака нет, к сожалению. Ну, нам этого было достаточно удара, чтобы его вырубить. Прекрасно. Ну что же, мы с тобой двигаемся далее. Там остаются буквально, ребята, считанные поединки. Раз, два, три, четыре. И там еще два. Шесть. Шесть боев. Так, подожди, что я делаю? Что-то я... Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, друзья мои, что вы скажете, если я на своем втором канале начну проходить Mortal Kombat, начиная с 10 части и заканчивая 11? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но это для тех, кто посещает второй канал. Так, отлично. Разбомбил. Минус гриб. И тля не сдается. Тля не хочет сдаваться. Все, упала она. Давай, наверное, с Хана начнем. Так. Здесь я, наверное, включу сердцебиение, ребята. Сердцебиение. И сделаем с тобой вот так вот. Великолепно. Минус консервная банка. Вот он, предатель стоит. Джастин. В прошлой серии... Ох ты. В прошлой серии он меня вообще, ребята, выбесил просто из себя. Своими вот этими вот подставлялками. Все, наказали его. Сердцебиение практически и не сработало здесь. Знаешь почему? Потому что должен пройти ход, прежде чем начнется исцеление. Ладно, ничего страшного. Так, ну что, заходим сюда. Что у нас там по пицце? О, пицца еще. Нам хватит до Китая раком доползти, как говорится. Так, ну что, Джастин стоит здесь, да? Стоит и нервно дергается. И правильно делает. На-ка, получи, заблокировали сразу же его. Добиваем. Так, удар. И остается этот маузер. Ну, их не хватило чутка. Ну что, у нас вторая волна. Это заключительная получается, да? Давай так сделаем. Валун. Так, и... Леонардо Вир... Нет, вот этим обычным ударом. Окей. Все. Ну что, мы с тобой двигаемся далее. Там остается у нас... Ага, один... Так, три, четыре, четыре поединка, по-моему, да? Раз, два, три. И вот этот четвертый. Давай-ка сюда зайдем. Ребята, мы не берем с вами сюда Микеланджело. Как раньше, помнишь, мы его брали специально для того, чтобы вешать уклонение. Давай попробуем сейчас без него здесь сыграть. Просто самому интересно, как у нас здесь получится, а? Так, Усаги наяривает. Угу. Теперь Супер Шреддер. С полтычка, ребята, даже никто не успел сделать хода, понимаешь? Да, это, конечно, круто. Ну что, остается у нас три боя. Так, погнали. Сюда, раз, два, три, четыре, пять. Эх, еще скоро, ребята, у нас должна закончиться лига в ПВЗГ. Уже не терпится получить колоды и надеяться на то, что, может быть, выпадет какая-нибудь легендарная карта нам там.
Если кто не в курсе, что такое ПВЗГ, это растение против зомби-героя, которого мы играем с тобой. Так, давай. Ребят, пробовал я, конечно, перейти там на 44-45 ранг. Вообще хотел в топ-лигу пойти, но очень сложно, меня там бомбят. Там такие ребята попадаются, у которых просто все легендарные карты есть, понимаешь, все. И он первые ходы пропускает, а потом просто меня разносит там. Так что мне как бы сложновато играть. Ну, ничего не поделаешь, уже рекорд для меня, по крайней мере, то, что я зашел уже в 40-ю лигу. Так, ну что, ладно. Сейчас не об этом, сейчас мы тут с тобой должны отвоевать по полной программе все. Угу, наказали. Змейка Вьюн. Ты посмотри, какой шитик, а. Ты посмотри на него. Да ну, Шреддер, ну хорош, ты чё? Он, кстати, я заметил, Шреддер слабоват именно в ближней атаке. Если его супер атака ульта очень сильная, то вот ближняя, ну как-то вообще ни о чем. Ладно, двигаемся дальше. И у нас с тобой последние два поединка. Раз, два, три, четыре, пять. Упс. Как так-то, ребята, как так-то? Пицца кончилась. Эй-эй-эй. Срочно давай с тобой быстренько пиццу насобираем. Я на такой не подписывался. Ничего себе, фокусы мне тут выдают. Пиццы не хватило. Ну-ка давай. На-ка. Сюда. А сколько-то мы зарабатываем? 15 пицц, да? А нам нужно... А что нам нужно? Там один бой. Два. На два боя пицца набрать. Ну ладно, два боя здесь с тобой сыграем и все. Так, 15 есть. И здесь 20-ка. Вот как раз нам этого будет достаточно. Ну-ка, пиццелицей. Колбаски такие вместо глаз. Блин, жалко здесь нет Майки. Он бы, наверное, с удовольствием бы напрыгнул на этого пиццелицу и просто съел бы его. Он же любит эту пиццу. По-моему, он любит ее больше, чем все остальные. Больше всех, короче. Так, ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Приключения, смятение. Раз, два, три, четыре, пять. Погнали. Так, здесь у нас паукус распластался, да? Оу, белочки, а ну-ка хорош. 80 уровня, а такая инициатива, как будто у них все 100 уровней. Так, раз. Два, вот, вот здесь хорошо пробил. А там почему-то не очень. Так, двигаемся дальше. Так, ну с этими, наверное, быстренько надо... мне нечего сделать, ладно. Двойная атака, надо было... Блин, надо было на кого-нибудь... давай сделаем с тобой месть. Месть тоже очень хорошая штука. Давай так вот. Ты ч, мутагеноид упал? Кто-то, кстати, мне говорил про мутагеноида. В комментариях писал, что его имя... Мутагеноид, а не Тимати. И что в ответ я написал? Естественно, но до того, как он стал мутагеноидом, его звали Тимати, этого пацана. Так что, если ты не прочитал комментарий, то ты, наверное, его услышал. Так, ну что, мы с тобой идем дальше. Мы с тобой идем дальше. И это у нас с тобой последний бой. Последний бой с Кренгом. Да-да-да-да, вот он сидит там что-то. Кнопочки нажимает. Нажимай, нажимай кнопочки. Тебе это не поможет. Так, друзья мои, ну что же. Давай начнем. Потихонечку. Так, график молодец. И я начну именно с самого крипа. Так, теперь вот так сделаем. Шикарно. Укус. Все. Ну и вот сам Крэнк. Собственной персоной. Сидит там, да? Кнопочки все нажимает. Ну давай, давай, да нажимался. Поворачивайся ко мне, сейчас будем с тобой разговаривать. А что это у меня там Шред? А, он же супер удар сделал, у него меткость пониженная. Все, я понял. В атаку кричит, да, типа. Шреддер, встань с колен. Так, ну, во-первых, я захиляюсь, ребят. Это раз. Во-вторых, я сделаю ярость Рафа. Это два. В-третьих, тебя умоляю. В-третьих, мы с тобой сделаем офигенный баф. Все, теперь идем в атаку. Погнали.
промахнулся, потому что, ребята, у него меткость пониженная. Он сам себе дебафом наказал. И теперь супер укус от Армагона. И я думаю, что это крышка. Нет, еще жив. Вот так вот, ребята. Три удара и Крэнк. Да-да-да, валяется. И Крэнк валяется. Замечательно. Испытание с тобой мы это прошли. Ну что, теперь остается только лишь открыть пак и открыть сундуки. Давай. Собрать ДНК из другого измерения. Так, так, так. Ну, это все, как ты понимаешь, у меня есть. А теперь вот это вот, погнали. Так, Макман. Комиксы какие-то выпали. Ноутбук. Журнал. Угу. Так, Леонардо оригинал. Ох, ничего себе, оригинал сколько. Ёлки-то палки. Слушай, еще при этом мы с тобой заработали 12 с половиной тысяч мутагена, $33, 10 телепортов. В принципе, неплохо, ребят. Такое подспорье даже очень хорошо. Ну что, я надеюсь, мы с тобой до завтрашнего дня останемся на первом ранге, потому что я буду спать до половины дня, это как минимум. Надеюсь, встать к самому бусту. Если что, звоните по телефону, будите меня. Ну что, ребята, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.